День Победы планируют не менее масштабным и торжественным, чем в юбилейный год 70-летия Победы. Для Самары нынешняя дата особенная. 75 лет назад было принято решение эвакуировать в Куйбышев заводы, правительственные учреждения и иностранные посольства. Город стал запасной столицей. К юбилею этого события выпущен памятный знак, который будет вручен ветеранам и участникам войны, заслуженным людям региона. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на расширенном совещании по подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Программу мероприятия представили общественности. Хороший знак, памятный знак. Значит, он украсит все. Тут и наш ИЛ, и здесь парад 41-го года, здесь наш театр оперы и балета, изображение, потому что на Куйбышевской площади проходил этот парад. Их будет изготовлено более 100 тысяч медалей. Центральным событием 9 мая станет парад на площади Куйбышева. Ожидается включение из Москвы поздравления президента России. Самарский парад будет транслироваться в разных районах города, а также на улицах городов области. А накануне, 8 мая, вечером, начнется акция «Вспомним всех поименно». Впервые в России на фасаде здания областного правительства будет световое 3D-представление «Великая Победа». Покажут фамилии всех жителей Куйбышевской области, погибших на фронтах войны. Впрочем, мероприятие только майскими праздниками не ограничится. Торжества будут проходить весь год, в том числе и по поддержке ветеранов. Самарская область – уникальный регион и по своему отношению к памяти героев. Их имена дают учебным заведениям. 1 декабря 2015 года 116 школ Самарской области носили имена героев. За это мы должны сказать спасибо всем, кто занимается воспитательной работой в школах, кто создает новые музеи. А Самара, возможно, уже в скором времени будет наделена статусом «Город боевой и трудовой славы». Принято решение обратиться к президенту страны, чтобы в год 75-летия события, когда Куйбышев де-факто стал запасной столицей, его роль получила достойное признание. Мы будем официально обращаться и просить, чтобы нам разрешили и приняли это решение дать городу этот статус. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».